Добрый день, дамы и господа! Центр «Специалист» провел конкурс «Программистами не рождаются, программистами становятся». Мы попросили наших слушателей рассказать о том, как они прошли обучение в нашем центре и как добились успеха. И сегодня у нас победитель этого конкурса, которого было определить непросто, Алексей Ульянин. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, Владимир! Алексей, скажите, почему вы выбрали профессию именно веб-программиста? Профессию я выбрал, честно говоря, случайно. Точнее, профессия выбрала меня. Нужно было решить одну небольшую задачу, я думал, я решу ее и брошу. Потом вторая, третья, это оказалось выгодно. Я понял, какие выгоды, плюсы это дает. Это перспективно, действительно перспективно. Это интересно. То есть это не та рутинная работа, которая ходит с настроем. А чем вы занимались раньше, если не секрет? Раньше я работал очень близко в технике, технической. Работал с промышленной автоматикой. Программирование попал именно потому, что очень близко. Сначала решил одну задачу в автоматике, потом понял, что существует очень много задач в офисе, документы, базы данных. Вот. И, конечно, в нашей стране не так развита индустрия, там, допустим, машиностроение или промышленное, а в таком городе, как Москва, офисов много, и торговых предприятий много, и там действительно, да, задачи, где программисты нужны, там, где эти задачи, решения их востребованы. Вот, от этого много зависит. Почему вы выбрали для обучения именно центр специалистов? Что вас привлекло? Центр специалист – это уникальное учебное заведение, которое, можно сказать, не имеет в себе аналогов. В других курсах по данной тематике я в Москве вообще не нашел. Но сначала я не знал ни преподавателя, ни выбрал, потому что вдруг что-то другого не было. Я прошел курсы веб-мастеринга, базу данных MySQL и операционной системы Linux. Операционную систему Linux я детально вникал, я по 3 курса. Linux 3, да. Знакомство с Linux, администрирование сервера и безопасность. Астериском не занимались, нет? Астериском не занимался. Еще успеть. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете качество обучения, программы курсов? Что вам понравилось именно в процессе обучения? Сначала я выбрал специалист, потому что других курсов по этой тематике не нашел. Потом, общаясь с преподавателями, понял, что каждый курс – это не просто какая-то учебная программа, вот как в ВУЗе, допустим, утвердили там чиновники какие-то. Здесь курс большое влияние оказывает именно личность преподавателя. У каких преподавателей вы учились? Linux – это Сорокин Владимир Евгеньевич. Вот. Linux-система довольно сложная, и до того, как я попал к Владимиру Евгеньевичу, у меня на компьютере не было. Вот. И если после человек, который с Linux реально ни разу не сталкивался после курса, вот сейчас у меня на компьютере на домашнем стоит операционная система Эльбрус, российский дистрибутив Linux на базе ядра Debian, насколько я знаю. Вот, очень хорошая. Вот я им доволен. Скажите, а у кого вы еще учились специалисте? Я учился у Тарасова. А что, вот расскажите о Алексее Владимировиче. Алексей Владимирович, он замечательный, у него есть такой талант, он в минимум времени может дать очень большой, объемный материал. Я, если не изменяет память, прошел этот курс за 2 недели. Вы знали, что после обучения специалиста вы решили поступить в ВУЗ? Да, после знакомства с операционной системой Linux, после знакомства вообще, Владимир Евгеньевич, по обзорный такой курс по операционным системам,
по их историям, я понял, что мне очень интересна сама операционная система. За победу в конкурсе Алексей был награжден от нашего центра сертификатом на обучение на курсе DASA. Центр специалистов является единственным в России авторизованным учебным центром DASA. Вот мы хотим подарить Алексею сертификат на обучение по курсу DASA DevOps базовый уровень. Вот. Ну и заключительный вопрос, посоветуете ли вы своим друзьям и знакомым наш центр в качестве обучения? Однозначно посоветую. Курсы, особенно касающиеся операционной системы, для всех, абсолютно всех, занимающихся в IT, будь то веб-программисты, дизайнеры, любой человек, который имеет дело с операционной системой, они необходимы. То есть это базовый уровень, действительно, которого ни в каких книжках, нигде в других источниках нет. Может, то есть бывают еще такие мнения в интернете, широко распространено, что я сам по книжкам там научусь, никаких курсов мне не надо. На самом деле информации настолько много, что специалист, который хочет разобраться, он в ней просто утонет. И действительно талантливый, толковый преподаватель, действительно оборудованная, ну и в инженерном плане, аудитория, компьютер, эмуляции сети. Вот. Организовать поручебный процесс так, чтобы он был незаметен. То есть, когда все хорошо, этого не заметно. Вот это вот этот базовый уровень специалист дает. Он незаменим и обязателен. Вот как бы. Поэтому я его советую всем, кто занимается. Спасибо вам большое. Успехов вам в вашей...